День восьмой. Визит. Давайте посмотрим, что у нас тут. Молодец, Келли. Как и ожидалось от бывшего детектива. Отлично сработал, так держать. В остальном же... Ты не доложил о цели. Вмешательство не по делу. Бандюганам на твоем участке все сходит с рук. Предстоит многому научиться, Келли. А ты думал патрульным быть легко, Келли? Достали блокноты и слушай меня. Келли, а это для тебя. Не слишком ли много, Келли? У тебя на улице будет особый гость. Гость? Ага, король Эффе из королевства Замунда. Да вы шутите. Не-а. Это не официальный визит. Он навещает своего сына, принца Акима. Аким живет в нашем городе. Он припаркуется где-то по твоему маршруту. Время прибытия неизвестно, поэтому все места на парковке должны быть свободны. Целый день. Вчера вечером расставил знаки, запрещающие парковку. Так что если заметишь припаркованную тачку, выписывай штраф и отгоняй. Сразу же. Муниципалитет проверит, все ли у нас под контролем. Неожиданно. Поэтому не расслабляться. О, будет весело. Ни капли. О, и еще кое-что, Келли. Да? Твой бывший босс заглянет на район. У него для тебя хорошие новости. Диспетчер сообщит, когда он прибудет. Ладно, хватит болтать, пора за работу. Как дела, друзья? Меня зовут Мэко, мы продолжаем с вами эпичную полицейскую сагу под названием Биткоп. И наша барышня, которая постоянно забирает людей, которых мы арестовываем, теперь стоит в главном проходе. Как же ее обойти, интересно? Как они справляются? Как они вообще ее могут обходить? Не знаю. Но краснючая помада и золотые серьги дают о себе знать. Слушай, какой-то как... Прям какой-то светофор такой переевший, да? Или напиханный всякими деталями. Да, мы продолжаем. Дело в том, почему я замешкался, когда он сказал, что все тачки, вся улица, в общем, весь район должен быть без тачек. Потому что у меня не получается их отогнать. Когда мне говорят, что нужно там какой-то бензоколонки отогнать машину, да, я ее отгоняю, не пускаю никого, и все равно приезжают новые. Я вообще без понятия. Дали бы нам какие-то значки, что ли, чтобы их действительно там бах и заблокировал место, поставил. Но, видимо, нет. И когда же нам дадут пострелять, так как у нас есть револьвер, из которого мы даже не стреляли. А уже, тем не менее, восьмая серия и восьмой день. Так, с другими я болтать не буду. Хорошо, значит, какой-то приезжает принц. Хрен знает, как он выглядит, в общем. Да, в прошлой серии мы немножко заработали. Но это не отстраняет нас от мысли, что мы до 19 или до 20 дня должны с вами заработать две штуки бакинских. До которых еще срать и срать, если честно. Ну ладно, погнали. Ле? Патрульный, на связи. Впереди нелегкий день, да? Штрафы и буксировка. Я справлюсь. Да, еще королевский визит. Думаешь, стоит ему поклониться или типа того? Да, сразу можно ковер раскатать. Или поцеловать перстень. Ха-ха-ха-ха. А ты сегодня прямо с самого остроумия. Не забудь про проверки. Все, отвянь уже. До скорого, мальчик на побегушках. 4-2-1 на месте. Интересно, это темная барышня нас отвозит. Ну, если она, допустим, забирает наших арестованных, да, то, видимо, так. Что-то я значков не вижу. Где значки, йоу? А, вот. Тут полно живности. Да, крыс там немало. Так же, как и котов. Но коты точно такие же, как и везде. То есть, за мышами, за крысами и за всем остальным они вообще не бегают.
Срать ли не хотели на всех. Так, давай вот эту штуку уберем. Что-то он припух тут. И сразу вызовем эвакуатор. Правда? Диспетчер, нужен эвакуатор к 613-му. Перевожу вызов. Так, ладно, пока переводим вызов. Полный запрет на парковку. Припаркованные машины, штраф и эвакуатор. Хорошо. Здесь у нас заметок особых нет. По сюжету. Найти пропавшие драгоценности. Вообще не знаю, когда мы до них доберемся. И доберемся ли мы до них вообще. Яблонский расследует дело, позже мы снова встретимся. Что-то Яблонского около недели нет. Меня заказали, мафия соврала. Банда здесь не при делах, возможно, здесь замешана политика. Какого-то политика бы черкануть по его 600-му Мерседесу, да, гвоздичком. Было бы так себе неплохо. Итак, друзья, полиция у нас... 421, говорит диспетчер. Ограбление в аптеке. 10-4, направляюсь туда. Хватайте его, хватайте! Давай. Келли, ты чё? Припух? Вот, отлично. Диспетчер, у меня 10-12. Пришлите машину забрать подозреваемого. 10-4, машина в пути. Но тут мы постоянно ловим этих черных. То есть надо как-то с ними стараться прошаться и переходить на сторону мафии. Там был чувак, да, я его видел, но тут такое дело срочное. Еще я просто не могу. Не могу быть в одной месте, одной ногой там, а другой в противоположной стороне. В общем, вы меня поняли. Так, ладно, давай подойдем к нему. Присматривай за магазинами на своем участке. Есть идея, куда они могут нагрянуть? Мы ставим на ювелирный. Поговори с владельцем. Пусть закрываются на сегодня. 10-4, уже иду. Так, ладно, ювелирка. Подожди, ювелирка у нас там, по-моему, нет? Или здесь? Не, по-моему, где-то там. Никак я, блин, не могу запомнить, где... Где у нас что? Настолько все... Вот, ювелирка. А, офицер, добро пожаловать, могу вам чем-то помочь? Боюсь, у меня плохие новости. Нам поступило сообщение о возможном ограблении. Моего магазина? Мы не уверены. Я советую вам закрыть магазин на сегодня. Спасибо, офицер, я так и сделаю. Ой-вай. И что вы говорите? Хорошая работа. Будь на связи. Мы наблюдаем за районом. Да, понятно. Слушай, а это не Яблонский часом стоит, нет? Там какой-то итальяшка. Консильери, видимо. Но я не думаю, что нам по уровню, да, консильери будет обращаться. Ну, типа по... Хорошо, хорошо, давай поговорим. Доброе утро, офицер Келли. Видишь коробки? Какие коробки? Вон на те, на таксофонах. Жучки? Интересно, кто их туда поставил? Полиция тут ни при чем. Мы проверили. Хочу, чтобы ты их снял и принес мне. Окей, я в деле. Отлично, буду ждать вестей. А, то есть снять на таксофонах? А где коробки, таксофоны, что? Забрать 3 записывающих устройства, установленных в таксофонах. А, это таксофон, правильно? Таксофон? 421, говорит диспетчер, ограбление в бутике. 10-4, направляюсь туда, подожди. Я вот, падла такое. Сволочь! Падла сраная. Какой шустрый, вот меня отвлекает, падла такое. Вот этот диспетчер дебильный. Кто? Там вообще, в принципе, все такие какие-то. Мороженое, блин.
Сволочуги. Да ходи ты сюда, что такое? Таксофон, видишь таксофон? Сними, пожалуйста, жучок. Я тебя очень прошу. Не хочет снимать. А где коробки? Какие коробки? Может, это таксофон, нет? Нет, это же газетный. А, погоди, вот. Да, это? Или что? Хера не понимаю. Мистер Келли, что все это значит? А в чем проблема? Ювелирный закрылся посреди дня. Карина зашла и все мне рассказала. Вы нарочно нас пугаете ограблением, да? Ой-вей! А ведь у меня сегодня день поставки. Мистер Адамский, успокойтесь. Никто не станет воровать кошерную колбасу. Это вы так думаете? Они меня разорят, вот увидите. 421, твой бывший капитан ждет тебя в кафе. Спасибо за информацию. В каком кафе? Так, погоди, сейчас этого черного. Привет, офицер! Арестовать? Поговорить? Оборжаться? Берешь? Отказаться? Нет настроения, может потом? Как хочешь. Я каждый день на районе. Вали подальше, блин, отсюда. Я не могу понять, какие таксофоны мне нужно. Чего, бля? Ай. Так, подожди, куда я вообще направляюсь? Капитан ждет кафе. Забрать 3 записывающих устройства. Ждет в кафе. В каком кафе? А, было в аптеке ограбление, типа, да? Да иди ты сюда, ну что такое? Вот, блин, что... Доброе утро, офицер. Уже весь город в курсе. Нет причин для беспокойства. Вы что-то с этим делаете? Мы работаем над этим, мэм. Мэм? Какой же это мэм? Оно и видно. Только и делаете, что штрафы целый день выписываете. Полдела сделано, 421. Куда только время летит. Слушай, но... Эй, Келли! Хорошие новости. Доброе утро, капитан. Давай поговорим внутри. Поверь, так будет лучше. Сегодня хороший день, Келли. Даже не представляешь себе, насколько. Что-то случилось? С тебя сняли обвинение за стрельбу. Ну, в того беднягу. Как так? Нашлось оружие. Ясно. Вот и хорошо, сказал же, что позабочусь об этом. Слово держишь, кап. Ты один из нас. Да. Но украденное должно вернуться на место. Об этом я уже не смогу позаботиться. Это не так просто. У меня ничего нет. Не знаю, не знаю. Но поговаривают, что на кону не только бриллианты. Сенатор не стал бы так дергаться только из-за камней. Пропало что-то еще. Да говорю же, нет у меня ничего. Подумай еще, Келли. Но помни, что часики тикают. Ладно, все ясно. Спасибо, Кэп. Береги себя. И лучше бы тебя найти, что там пропало. 421, говорит диспетчер. 421 на связи. На твоем участке все еще есть машины. Это будет занесено в личное дело. Поздравляю. Сука. Какие машины? Где машины? Нет никаких машин. Ну нет машин, какого фига? Ну нет же машин. Где машины? Ты, диспетчер, ты вообще это... Чё вы там нюхаете? Охренеть. Так, куда мне идти? Подожди. Забрать 3 записывающих устройства, установленных таксофонов. Где мне взять эти грёбаные таксофоны? Где они есть? Вот это же таксофон, правильно? Ну. А как мне с них чего-то снять? Хер поймешь. Так, а ну пошел в сраку отсюда. Сука, я просто с ног валюсь. Надо пожевать. Какой жевать? Убери вот эту вот хрень отсюда. Я вообще не представляю, короче, вот...
всякий случай. 4, 2, 1. Так. Хорошо, все. Поперли. Хрен с ним, с тем диспетчером, блин. Он вообще какой-то притырок. Или притырочная. Где жучки? Я не вижу жучков. Вот эта хрень какая-то. То ли мусорник, то ли хер поймешь. Ну, без мата здесь просто не обойтись. Друзья, вы же понимаете. Я, конечно, стараюсь до последнего держаться. Но, блин, это уже прям какой-то гребаный хренопердон. Не знаю, что я только что сказал. Детский сад какой-то. Кто мог так облажаться? А, то есть я снял жучки или что? Мы просто подходим и типа снят. Не понял. Хера не понимаю, короче. Я ни хера не понимаю. Да гребаные, блин, придурки. Написано же, знак стоит. Какого хрена? Пшу вон. Пожевать серьезно нужно. Но, правда, я не знаю, поможет ли это нам каким-то образом. Да хорош, вот минуту где взять, погоди. Нападение на итальянцев? Подкрепление уже в пути. Они могут не успеть. 10-4. Так, погоди, ломбард закрыт. Какой в сраку ломбард? Подожди. Наблюдать в районе дома 609. Ага, я возле 630-го. Так, эвакуатор. Давай, давай. Принято, заехал, приехал. Я пропускаю диалоги во время того, как я делаю кое-что другое. Вот это жесть, короче. Просто реально жесть начинается. 609 дом, да давай ты при. Погоди, нам нужно взять этот хот-дог. Да, взять хот-дог, конечно. Горчица почти готова. Давай быстрей. С вас 3 бакса. Спасибо, вот деньги. Спасибо, всего хорошего, до скорого. Деньги минус 3, выносливость. Что там, плюс 1 или минус 1? Минус 1 выносливость. Нифигеть. Гребаный ты. Диспетчер говорит 421. Где тебя черти носят? Вижу преступника. Бери их. Где подкрепление? Они не успеют. А где преступник? Какой преступник? Где преступник? Я не вижу. Кого стрелять? Стрелять в кого? О, есть. 421 на связи. Говорит диспетчер, нужна скорая. Ты ранен? Все под контролем. Но преступники скрылись. 410, высылаем группу. Пусть захватит коронера. У меня тут труп преступника. 104, жди подкрепление. А, это прибыла группа криминалистов и оценила место преступления 20 минут спустя. Что? Вы такой крутой, я все видела в окно. Прямо как в кино. Спасибо, конечно. Если что, заходи. Позвони мне, позвони. Так, выписываем. Угу. Я... Хреново ты стреляешь для бывшего детектива. Это босс так сказал. Почему это хреново стреляю? Его расплющило, блин, по всей тут мостовой. Проезжей. В общем, да, тротуару. Как мне жучки снять? Где жучки? Я не вижу жучков. Я не понимаю, что от меня хотят. Ну вот будка, он вообще к ней не подходит. Смотри. Прогулка окончена. 4, 2, 1. Все, типа?
На твоем участке это будет поздравляю. Да какой поздравляю? Я ж, блин, не раз... Ах ты. Сраный пердлет. Дважды поймали за бездельем. Задание мафии минус 5. Нужно в 600 баксов по алиментам через 2 дня. Я не знаю, короче, друзья. Вот, блин. Что-то как-то пролетело так время вообще. Я даже очухаться реально не успел. Ладно. Ну что, продолжим? Куда деваться? День 9. Блаженно нищие. 1. Глава 1. Ну что, набегался вчера, Келли? Да еще и просто так. Ну что, король не появился? Почему же появился? Но поздно ночью. После моего дежурства. Ха-ха-ха. Перейдем к делу. Я думал, бывший детектив способен на большее. Преступники разделились, ты облажался. Я подумал, какое такое ограбление расплюнуть для тебя, Келли. Возьмите блокноты. Надеюсь, хоть на это вы все еще способны. 5 штрафов за разбитые фары. Запиши еще патрулирование. Горожане жалуются, что на улицах небезопасно. Босс, а не многовато ли? Физкультура тебе не повредит. Все ясно? Ладно. Можете тут еще посидеть, потрепаться. Пару этих нарисовать, а потом за работу. Я, конечно, понимаю, что половину из тех дел, которые мы должны сделать, мы просто упустим. Ну, то есть невозможно. Но вы же видели, друзья, что невозможно от одного конца улицы просто пробегать, когда тебя постоянно отвлекает диспетчер на какие-то хреновые всякие непонятные штуки. И какого фига вообще с таксофонами было делать? Если я к ним подходил, а он ни хрена не делал. То есть, либо это баг, либо я не видел, где таксофоны. Я видел, конечно, синюю какую-то коробку на этом... на фонаре. Но тоже он не выделялась нифига. Без понятия. Ладно, болтать и рисовать эти штуки мы не будем. Давай за дело примемся. Чё-то меня просто, блин, бомбит. Ну что, Келли, впереди еще день. Штрафы. Ничего нового. Кто-то не должен за тобой присматривать. Да-да. Закончить патруль до 2:20. Не забывай о норме по штрафам. Хорошего дня, 4-2-1. 4-2-1, у нас труп. 4-2-1 на связи, где тело? Заброшенная стройка. Направляюсь туда. Где заброшенная стройка? Нам поступил звонок, кому-то нужна помощь в магазине электроники. Скоро уже в пути. 10-4. Иду туда. Погоди. Какого фига? То труп на заброшенной стройке. Пора проверить другой конец улицы. А я в прошлой серии, помните, в одной из прошлых серий я прям сюда дошел, и мне не засчиталось. Заброшенная стройка и магазин электроники. Магазин электроники, да, в этом конце почти. Ох, блин. Что-то прям... как-то меня так бомбит вообще, я не знаю. Ага, подожди, что? Труп? Я закончил утренний патруль. Все спокойно. 10-4, это диспетчер. Жду вечернего рапорта. Да быстрее давай. Неразборчиво. Эй, говорить можешь? Мне нужна. Что тебе нужно? Теряет сознание. Ударить по лицу. Да, Элла.
Открывай глаза, сука. Неразборчиво. Доза. Нужно вмазаться. Где она? В каком кармане? Нету больше. Он без сознания. Надеюсь, скорая успеет. Скорая забрала торчка 20 минут спустя. 421, это не единичный случай. Проверь участок. Ты что, специально проигнорировал вызов? Какой сраку вызов? Так получилось. Тогда не парься. Твои коллеги уже работают на месте. Как я мог переместиться за... Опергруппа на месте, они изучили место преступления и забрали тело. Час спустя. Жужу! Ты серьезно? Это диспетчер. Да ёперный балет. 421, проверь переулок около церкви. Что случилось? Неизвестный источник. Это все, что у нас есть. Понял. Какой переулок возле церкви? Ага. Вижу. Какого хера? Отец Гриб? Да, офицер, мне очень жаль. Почему? Что случилось? Мне жаль, я отдал слабину. И вы тоже, святой отец? Прошу, не говори никому. Я вызываю скорую, вас ноги не держат. Нет, ради бога. Никто не должен об этом узнать. Прошу, просто найди мне чего-нибудь. Да бросьте, отец святой. Что-нибудь, что меня взбодрит. Чтобы я сам добрался до прихода. Кадеин, дискрометафорфан, бензодиазепин. Святой отец, да вы гребанулись. Может, сироп от кашля? Просто сироп от кашля? Да хранит тебя Господь. Вы тут держитесь, святой отец. Я мигом. Путь гриба в райские кущи. Очевидно, лежит через аптеку Кранка. Я еще помнил бы, где аптека Кранка. И какого фига уже 11 часов? Я вообще ничего не успею. А, подожди, вот аптека Кранка, да? Доброе утро. У нас нихт. Чего нихт? Я даже не... Ничего нихт. Все продано. Эфедрин, дикросаметарфан, кадеин. Уже 2 дня здесь пусто, как в аптеке, библиотеке. Мистер Кранк, там человек умирает. Если это Адамский, не стану помогать. Нет, это кое-кто другой. Гуд. Достает небольшой сверток из-под прилавка. Это должно хватить на несколько часов. Больше ничего нихт. С меня причитается. Так, давай подперли быстрее сюда. Хорошо. Отец Гриб? Святой отец. Черт, он без сознания, это плохо. Ничего. Никакой реакции, дыхание прерывистое. Думай. Никакой реакции. Думай. Ну-ка посмотрим, что тут Кранк подогнал. О, нет. Да ну нахрен. Даже не думай, Келли. Может, ты еще побулькаешь еще тут? Буль-буль. Черт, ладно, деваться некуда. Ставить свечу. Стон. Только попробуй сейчас прийти в себя. Думай о чем-нибудь приятном. Отец Гриб, пора вставать. Ох, офицер Келли. Да, вы потеряли сознание, святой отец. Но скоро вам станет лучше. Ну, по крайней мере, на пару часов. Спасибо, сын мой. Рад, что сумел помочь. А ты принес, что я просил, сын мой? Ну да, это я на вас уже использовал. Должно хватить на пару-тройку часов. У меня скоро начнется служба. Полная церковь народа, мне нужно что-то посильнее. Святой отец, а это не перебор? Я проведу службу во спасение твоей души, умоляю. Почему бы вам не передохнуть, не...
передохнуть немного в церкви, Святой Отец. Я подумаю, что можно сделать. О, и еще кое-что. А где вы закупаетесь, Святой Отец? В ломбарде. Но они уже несколько дней весь район на кресте вертят. Я знал, что мне будет тяжко, но не предполагал, что настолько. Ясно, скоро вернусь. Эй, сержант, йоу. Опять ты? Нам нужна помощь. Человек из мафии должен оставить для меня портфель. А внутри него небольшая компенсация. Ты мог бы и забрать его? А у самого-то рук что ли нет? Нам нужен кто-то нейтральный. Давай. Ладно, что я с этого получу? Когда все будет сделано, тебе заплатят. Главное, смотри, чтобы в чемодане были деньги. И чтобы ничего не пропало. Я же честный коп. Хе-хе, портфель будет в переулке справа от автомастерской. Ладно, сделаю. Я буду ждать неподалеку. Так, я вижу фару. И мы сразу выпишем штраф. Я не буду осматривать, потому что я вижу, как она зрюкает. Теперь здесь. Так. Поцелуй мамочки, чё-то. Чё-то парит мне. Так, еще один. С фарами. Отлично. Офицер, давайте все решим. Что вы предлагаете? Ну, я дам вам 20-ку, а мы разойдемся. Нет. Нет уж. У меня план. Пожужжи, мусор. Следи за языком. Так, погоди-ка. Узнать о товаре для святого отца в ломбарде. Не-не-не, подожди. Три штрафа. А сколько надо было? 9 или сколько? 5? Короче. А эвакуатор не нужен? Ага, портфельчик. Подняли портфель. Вы слышите, как внутри что-то тикает? Ах, мать твою. Положите. Тик-тик-тик. Ах ты, падла сраная. Я тебя найду, блин, и пистолет в жопу засуну. Сволочь такая. Будет играться со мной. Говно сраное. Сран, ты представляешь, блин, решили завалить. Падлы, а. Так, слушай, чё вот делать, а? Зря я 20-ку, кстати, не взял. Надо было взять, но я просто рассчитывал на то, что... Полдела сделано, 4-2-1. Не забывай о ежедневных поручениях. Куда только время летит. Е точно. Так, куда нам, чего нам? Как нам и что? А, в ломбард. Да-да-да. И по пути будем смотреть, у кого коротят фары. Ага, вот коротят. Вижу. Такс, отлично. Она просто сзади немного коротит. А здесь все в порядке. Так, ломбард. Здоров. Опять нас прессовать будешь, офицер? Мне просто нужна информация. И скажу сразу, день у меня сегодня полное говно. Да не только сегодня, и вчера тоже был. Как пойдет, бро? Сегодня мне насрать, когда и где. На моем участке куча отъезжающих торчков. И ты мне сейчас расскажешь, как это так получилось. О чем базар? Мы в одной лодке, это сука Трей. Как нигер со съезда республиканцев. Он и его поставщик какой-то учитель химии. Найдешь, сволочь, маякни. Так. Так. Где эту сволочь искать? Портфель у тебя?
У меня его нет, внутри была бомба. Знаю, взрыв было слышно даже здесь. Сраные макаронники. Ладно, вот твоя доля. А итальяшки за это заплатят. О, неплохо, все равно деньги получили. Это уже кое-что, кое-что. Так, этого мы... Сука, я просто снаколюсь, надо пожевать. Никакой жевать, нам нужно... 421, говорит диспетчер. Поступили сообщения о том, что мафия вымогает деньги за крышу. Да пускай себе вымогает. Где? В аптеке, еще в каком-то магазине. Информатор не смог назвать точное место. Понял, я этим займусь. Хотя ты знаешь что? Мы можем... Привет. Как идут дела? Сейчас не самое подходящее время. Я только... Захлопни пасть. Кажется, я понимаю, что здесь происходит. Ты шел бы своей дорогой. У нас тут личный разговор. Ладно, я, пожалуй, позже вернусь. Мафия плюс 10, полиция минус 10, народ минус... Полиция минус 10, у нас и так, блин, жопа полная. Серьезно, полиция, смотри, ноль. Хочу сказать, что вы гордость нашего района. Позвольте пожать вам руку, если вам нужен надежный человек. Тот, кто многое видит и слышит. Знаете, я ведь много смотрю в окно. Аккуратнее, можно и выпасть. Так, ладно. Где он сказал? Где мне сказали? Дилера банды Трея. Не дать мафии вымогать в аптеке и еще одном магазине. Так, аптека, это понятно. Где еще один магазин? Угу. Ювелирку, да? Затусовались. Приветствую вас, господа. Сейчас не самое удачное время, легавый. Бип-бип-бип. Чё за херня? А? Бип-бип-бип. Слышали? Какого черта ты делаешь? Это сработал мой детектор хитрожопых макаронников. В общем, либо ты сам унесешь свой зад отсюда, либо я это сделаю за тебя. Наталья, это имя тебе что-нибудь говорит, офицер? Арестовать. Я его знаю, а вот тебя нет. Это моя территория, ты пойдешь в участок. Я запомню твою рожу. Жопогрыз. Ну, наполовину, по крайней мере. 10-4 машина в пути. Какая машина? А, типа для арестовки. Ой, какая задница, блин. Это просто капец. Я вообще не представляю, как мы до 19-го. 421, говорит диспетчер. Что насчет сообщения о вымогательстве? Я раскрыл одно дело о вымогательстве. Этого недостаточно. Информатор говорил о двух случаях. Боссу это не понравится. Пора на вечерний патруль. Это диспетчер. У дома 609 разрисовывают стены. 10-4, направляюсь туда. Так, погоди. Трей, стоять, полиция. Блин, ну вот начинается. Какого хера? Тут гопник пробегал. Где он? Он толкнул меня и выбежал через заднюю дверь. Грибучий случай. Я его знаю, частенько здесь шваяется в последнее время. Ясно, я проверю черный ход. Увидишь его, звони 911. Конечно, босс. Так, погоди-ка. Это диспетчер, у дома 603 разрисовывает стены. Ребятки, хотите по баксу на выпивку? Как насчет сигаретки? Если поможешь... В какую сторону побежал Хендрикс? Бабло вперед. 10 баксов. Он спрятался в мусорном баке. В мусорном баке? Вот сучонок. А зачем он вам? Дай 10 баксов и скажу. Не благодари. Вместо того, чтобы барыжить, он в помойке прячется. Сраный мусор. Тук-тук, Трей дома? Какого хера надо? Я должен с мусорным баком говорить. Ты серьезно? Ну-ка, предъяви себя, гнида.
У тебя наручники, хер, я вылезу. Господи, ладно, сиди там, если хочешь. Говорят, ты в курсе, от чего торчки дохнут на моем районе? Ни хера я не знаю, чувак. Отгребись. Пнуть мусорный бак. Глухой звук от удара. На-на-на. Чё ты? Хорош? Говори, а то я еще и носу туда. Ладно, ладно, остынь. Он все равно не жилец. Кто? Варщик мой. Искал нового. Что вы с ним сделали? Мы ничего, он заболел, чувак. Рак легких, неоперабельный. Больше варить некому. Говори, где его найти. Не скажу, у него все УБН на хвосте сидит. Дай человеку умереть спокойно. А правильно, я правильно понял? Ты хочешь, чтобы Джерран о тебе позаботился? Ладно, я свяжу тебя с Блэком. Помойся сначала, весь памперсами провонял. Завтра в 9 утра у автомастерской. Уходи, ты привлекаешь внимание, я здесь еще немного побуду. Поспишь немного, да? Полиция минус 3, подожди. Почему полиция минус 3? Чувак, ты будешь ходить сюда? Ходи, пожалуйста, вот сюда. Я тебя очень прошу. Нам нужно обойти район. Он что-то как-то то слушается, то не слушается. Какого фига? Пора проверить другой конец улицы. Давай, бегом! По штрафам, да-да-да. Штрафы тоже, я помню. У нас 4, нам нужно 5, насколько я... Ща кого-то найдем. Прям вот так сходу было бы вообще очень клево это сделать. Да давай подгребай вот сюда. Так, хорошо. 10-4, это диспетчер. На сегодня патрулирование закончено. Окей. Давай вот эту осмотрим. Фары. Так, нормальная, нормальная. Нормальная, нормальная. Хреново. А, вот есть. А, отлично. 5. Так, фары выписал. Ля-ля-ля. Тополя. Чудно. Принято, молодцом. Надеюсь, никаких жалоб не будет. Не волнуйся, все по-честному. Так, что нам теперь нужно делать? Встретиться с Треем завтра в 9 утра у мастерской Матиаса. Ага, это на завтра нужно будет запомнить. Так, тут у нас ничего. Яблонский меня заказали. Мафия минус 20. Банда плюс 10. Полиция 0. Почему до сих пор полиция 0? Слушай. Что-то как-то совсем хреново дело. Ох, и набегаешься реально по улице. Капец просто. Как насчет пивка после работы? Чувак, да я с радостью вообще. Я вообще не представляю, как после такого можно пивко не проглотить. Я б целое ведро, блин, не знаю, там ящик целый грибанул бы. Фак, где полис? Пири-пири-пим-пим-пим-пим. Где полис? Так, деньги тратить мы не будем. Тут барышня опять стоит. Давай этого еще за парковку. И эвакуируем. Хренап. Нефиг тут ошиваться. Чудно. Ну нет, вот эта синяя штука на... фонаре, она до сих пор висит. А как с этим? Странно. Ну, то есть получается, что у нас уже дни покороче идут, смотря что происходит. Мы за этот день, да, за прошлый день мы потеряли где-то около 40 минут, а здесь мы потеряли целый час 20. Ой-ой-ой-ой. Полиция плюс 5.
2. 7. Завтра мне нужно заплатить 600 баксов по алиментам. О, 422, не все так плохо на самом деле. Но я думаю, что будет довольно горячо на следующей смене у нас, потому что реально нам нужно 188 баксов еще до 600. Ну, как минимум, да? Банда что-то у нас не падает, ничего, а с мафией реально дела плохи. Я даже не знаю. Скоро принесут в постель нашему Келли отрезанную голову свиньи, окровавленную. Да, в бумажном конверте. Сцена, конечно, одуренная. Из известного и легендарного фильма. Ладненько, друзья, давайте, наверное, встретимся уже с вами в следующей серии, на следующее дежурство. Пожалуйста, комментируйте, подсказывайте, где надо было эти жучки снять. И я вообще понятия не... Он просто не хотел, просто отказывался взаимодействовать с этими таксофонами. Не знаю, в чем прикол. Может, в определенное время надо было это как-то сделать? Скорее всего, так. Потому что как бы я ни подходил к всем трем будкам, ничего не происходило. Он просто их обходил и шел не туда, куда нужно. Да, ссылка на плейлист в описании под видео. Увидимся в следующей серии. В других видео я вас тоже буду очень ждать. Не забывайте ставить лайки, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Здесь будет дальше больше. И уже здесь есть очень много всяких интересных прохождений и новых видосиков. Так что пока-пока.